Алло, прием, здравствуйте, с вами Казуко Фэмили, с вами Денис, и мы продолжаем проходить Half-Life 1, и мы остановились на очень интересном и дерзком моменте. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте про лайки, про чаечек, кофеечек, а мы приступим. Пока что собирайтесь, секундочку, сейчас я кое-что заберу. Чтобы мониторить, да, чтобы мониторить все. Так, нам нужно раскирачить что-то здесь, чтобы эта падла за нами шла. Эта падла. Ты идешь? Иди сюда. Крюк еще. Блять. У меня опять не то получается, что нужно. К сожалению. Опять я. Если плохо будет слышно, то извиняюсь. Игру должно быть слышно. Надеюсь, меня частично будет слышно. Так. Куда ты там по. А где этот пиндехо? Мазафака! Да ёб твою же мать! Фух. Хоть кто-то умрет. Правильно. Он выбраться не может. Ха-ха-ха-ха, лошара! Ну, примерно его и надо было так крюкнуть. Ну. Где тут придурок? Куда ты, мать его, пошел? Чего? Почему у меня? Так, у этого я с руки пушку взять не могу, а? Очень интересно. Практически полезно, да? Ладно, пофиг. Там наверху не очень хорошо все заперто. Надо найти кого-нибудь, у кого есть доступ к сканеру и кто поможет нам открыть каждую дверь. Уверен, что в некоторых лабораториях еще прячется ученый. Может быть, найдем их, и они помогут нам выйти наружу. Ну ладно, почему нет? Одному умирать скучнее. Согласен. Но мы пойдем. Ладно, загрузка это всегда интересно. Какой ты, сука, живучий, падла. Кто-то сегодня умрет, да? Нифига себе! Ты сказал, пошел нахуй? Или мне послышалось? Не думаю, что он сказал это интересное слово. Ну да ладно. В любом случае, он Да, эти красавчик. стрельбы в Киеве сегодня окупятся. Да, чувак, твои старания, может быть, окупятся, да. Согласен. Так, ты идешь сюда? Или ты туда пойдешь? Чувак, ты с нами пойдешь или нет? Давай, пошли. О, а ты Я иду, пойдешь. потому что я замерзаю. Замерзаешь? Ты что, всех положишь? Рили? Чувак. Ты терминатор, отвечаю. Воу. Нифига себе. Чувак, да ты Рэмбо в кимоно просто. Нет, то вряд ли. Рушится. Нифига себе, даже ловушки никакие не нужно было использовать. Он просто всех положил. Так, подожди, эти посерьезнее парни. Твою мать! Эти уже посерьезнее, мужик. Ты уверен, что мы их положим?
А, это назад. Погнали. Джурили терминатор, что ли? Это место намного больше, чем я думал. Нифига себе, а ты всех положил? Нет. К сожалению, в этом случае его... Увы, нам, дружок, не очень хорошо прослужил. Энергия восстановлена до 15%. Энергия восстановлена до 30%. Увы, но пришелец оказался мощнее. Так, стоп, подожди, а... Да. Мне нужна перезарядка этого... Ну, вы поняли. Не, ну пистолет надо использовать, я-то чё? Я-то ничего. Так, стоп. А, ну да, там же эта фигня. Ага. Так, ну я тут знаю, тут подъёбочка есть маленькая. Ага, именно с этим, да? Оу. Оу-оу-оу. Holy shit. И что нам делать? Граната есть? Серьезно, вы хотите сказать, нету гранаты? Твою мать. Мне кажется, тут нам пукан порвет просто. Так, а как нам тогда сделать? А, ну по физике, если... Во! Я нашел момент, как разрушить безопасненько. Это ведь хорошо. Так, подожди. Нам наверх? Да, нам наверх. Один патрон на магнум? Это жопа. Это жопа. Жопа еще что загрузки долговатые. Блять, я сделаю вид, что вас не было. Как нам работать? Твою мать! Твою мать! Нет, 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 я хочу. В голову стреляй этим педиком. Ебан. Ага. Ну тут я знаю, что тут надо двинуть этот ящик маны. Так, стоп. Сначала нужно энергию каким-то образом восстановить. Не только, правда. Ага. Пушка-развлекушка, да? Появилась. 20%. Ага. Ладненько.
Так. Что ты злишься, мужичок? Так. Так, это хорошо. Тогда, значит, доступна уже эта штука. Отлично. А чё он перебирает как-то это? Включайся, сволочь. Так. А куда я должен пробраться? Твою мать. Воу. Воу-воу-воу, щек. Мяу. Ну, хотя бы. Хотя бы так. Ученый, слава богу, выведите нас отсюда, пока военные нас не обнаружили. Так, а как к нам... Твою мать! Блять! А, подожди. С моими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Указывай путь. Искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Вроде знаю, погнали. Давай, кто-нибудь рубите. Кто-нибудь из вас откроет эту херню? Алло. Я знал, что это произойдет, но администратор даже бы и не послушал меня. Чуваки, я вас всех сейчас порешу, если вы меня не послушаете. Сволочи. Так. А, подожди-ка. Я немножко не туда пошел. Сорянчик. Здорово. Извини, что такие радикальные меры. Это необходимо. Это необходимо, братан. Это нужно. Ага. Давайте открывайте уже эту чертову дверь. О, подожди. Отлично. Я выпущу вас, но предупреждаю, там сущий ад. Там все под контролем военных. Вам придется прятаться и воевать с ними, чтобы пробить себе дорогу. Вы не встретите там много наших, но если вам удастся выжить и вы пройдете всю базу, вы доберетесь до комплекса Лямбда, где прячутся остатки нашей группы. Я не рискну идти туда сам, но я дам им знать, что вы идете. Вы открыли? Сволочи такие. Так, сейчас будет непростой момент. Один был. Твою мать. Где-то еще. Попал. Да ладно. Он мне еще даже не успел хэлы навредить. Так. Ага. То есть патроны полные, да? Ладно.
Интересно. Девки пляшут. Магнум все-таки придется перезаряжать, да? Ну и ладно. Блять, загрузка. Лады. Твою же мать. Блин, сейчас же скач начнется. Да вы. Блин. Лады. А чё у меня 10 получается под патронтасом, да? Ладно. Оу. Та самая база. Чё мне куда прыгать-то? Оу. Ха-ха. Кому-то не повезло, мать твою. Ага. Валим тогда нафиг. Раз. Ёбар, раз это... О, а чё, кстати, с водой какие-то проблемы? Мне, кстати, не нравится в этой версии почему-то какие-то проблемы с водой. Да бляха-муха, ты сдох? Залезай уже в твою. Ёпарусы ты. Так, это получается, нам надо вернуть. Потому что вертолет мы так не уничтожим, да? Ну, получается, по факту так. Так, погнали. Ага. Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Нифига себе, он прям даже до сюда стреляет. Но это жестко. Это рили жестко. Так. Сюды. Так, а что тут у нас? Блин, да ёпрасы-то. Ну это его штука вряд ли возьмет, да? Наверняка. Иди нафиг, сволочь. Так. Твою мать, да сдохну. Так. Ты сдохнешь, нет? Твою мать. Так. А куда нам валить потом, по факту? Где-то хайп валите. Не здесь? Валите, вот она. Я смотрю, меня
Меня очень любит этот вертолет. Так, а куда дальше по факту? Тихо, подожди. Да бляха, муха. Валим быстрее куда-нибудь. Вверх. Твою мать, прыгай. Стреляет. Да твою же мать, ты можешь вовремя перезаряжаться? Нет, блин. Твою же жопу, мать. Ну. Пока. О, ладно. Хлоп. Оу. Вообще красивое местечко. По факту. Блин, моя бы воля, я бы отодвинул куда-нибудь эту хрень. Подальше? Да твою же мать! Серьезно, ты куда-то свалил, сволочь? Оу. Это, кстати, непростой моментик. Пока! Оу. Ну, практически идеально. Слово практически. Так, подожди, а почему у нас не подбирались эти? Так, это получается что, 3 патрона к гранатомету? И где-то хрень. Где вертолетик? Вертолетик, ты где? Чего? Чё, скрипт не сработал или что? А нет, где он, сука? Вертолетик, ты где? Что за нафиг? Ракета сквозь него прошла? Пока. Пуф-пуф-пуф. От него вообще ничего не осталось. Как будто картонный был. Ха! Как будто картонный был, рили. Вот это прикол. Вот это я понимаю, движуха. Кстати, нифига не видно, блин. Тут иногда... Воу, это что за прыжок веры был? Тут иногда как-то двухсмысленно работает физика. Блин, вот это я имел в виду. Что двухсмысленно как-то работает физика. Так. Так, подожди-ка.
Ага. Да, так сейчас будут интересности, да? Так, а как нам это сделать по-тихому? Да, ёп! Тык-тык! Вы, ребятки, аж подошли близко, я вам скажу. Ой, как зря. Так, подожди-ка. А как сзади я подходил к этой сучке? А, сюда, сюда, по-моему, да? Слово «по-моему». Так, подожди, по-моему, я с подствольником мог. Бляха-муха. Да блин. Так, а как я... Чё за нафиг? А, вот. Чё, блин? А сколько нужно патронов на эту херню? Так легко. Ну ладно. Так, подожди-ка. Ладно. Пособираем тогда приколюхи. От них. А чё, больше приколюх не будет? Рили? Блин. Это такая печалька. Блин, кстати, со вторым тут тяжелее. А как второго победить? Тоже так же на крышу? Твою мать. Подожди-ка. Блин! Оно запрыгнуло? Да вы издеваетесь, блядь. Серьезно. Я чуть проебался. Блядь! По-моему, я проебался. Бляха-муха. Да мне серьезно нужны гранаты. Там мне вряд ли сейчас нужны гранаты. Твою мать. Так, подожди. И чё? Так, вот эта штука мне жопу должна спасти, да? Блядь. Твою мать! Да ты издеваешься. Да. Ну, наконец-то. А нельзя было раньше как-то предупредить, нет? Пиздец просто. Ага.
Серьезно? Охренеть. Практически никаких приколюх. Вот слово практически. Офигеть, он даже не перепрыгивает нормально, как нужно. Я манал. А. Это самый интересный момент. Твою мать, вертикун. Воу. Чекин. Вартигунд. Ну тут майнес. Майнес это ничего хорошего. Практически. Так, подожди. Это получается нам... Чего, блядь? Чё это за звук? Звук параши. Чё? Это типа... Это типа валить, да? Ёб твою. А я смогу сделать фактически... Никто и стрелять не будет? Твою мать, в смысле? Я туда подствольник закинул. Чё за дичь? Валим тогда нафиг. Воу. Да иди в баню. Так, как-то валить надо тогда, да? Угу. Блин, красиво, однако. Ай. Лямбда? Я хотел туда попасть. У меня чуть сердце не было, когда я... Ну, в общем, взгляни за дверь и поймешь, что я имею в виду. Я туда больше не пойду. Если ты решаешь идти, умоляю, делай все очень осторожно. Ну да. Блин, патроны к чему? Стоп. Серьезно? А, все, я понял. Это, короче, нужно, блять, не разрушать этот ящик. Ой, блин, тут физика калечная просто работает. Так, подожди. Ага. И тут, короче, нельзя разрушать одну хернюшку. Блять. Одну хернюшку. Ну, потому что тогда будет жопа. Так, подожди, а теперь... Стоп. Теперь, я так понимаю, прыгать нельзя, да? Пройти надо через эту... Короче, ракета нахер взорвется. Ага. Жопа через жопу. Потом вот так. И прыгай. Вот если бы эта, кстати, фигня прыгнула, было бы жопа. Вот это. Нам просто надо попасть в лифт. Хорошо попасть. Воу, и нафиг. Вот, кстати, если бы он прыгнул, был момент, когда... Короче, вы поняли, я думаю.
какой момент был. А тут, кстати, надо разогнаться и прыгнуть в к лифту. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 0, короче. Та-дам! Вот и все. Вот и весь секрет. Живи, сколько-то лет. Патрончики. Так, подожди, а нам... Ну ладно. Так, это должно быть 8 патронов. Ну да. Тикс. А с одним он может, да, справиться? Да, пошли. Чувак, ты терминатор, в курсе? Он был не уверен, а когда он оказался один... Ну, короче, тут... Переживем. Раз ты уже... Оу! А кто там? Твою мать! Твою мать! Тут какие-то движухи нездоровые происходят. Чё за бомбёжки? Меня попали немного, но я ещё в строю. Чувак, да ты... Оу, там танк! Чё делать? Что вы дерзкие пацаны? Так, подожди, там танк. И как от него съебейшен? Так. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но нам, походу, надо вот так тибонькать. Так. Его дуло не может подняться наверх. А это значит... Ой. Выше. Может быть, не выше. Серьезно? Два подствольничка, ему тоби пизда? Класс. Чувак, ты живой? У-ху! Я даже не знаю, стоит ли идти дальше. Чувак, стоит. Однозначно стоит. Ради такой победы. А, у этих лохов ничего не было, да? Чувак, ну такой Рэмбо, как ты, который чувствует засаду, это, конечно, творит все чудеса прям. Ага. Стоп, а это ты мне дверь открывал, алё? Это этому хана пришла, короче. Открой дверь. Чувак, вы ж... Фух, а этот сдох, кстати. Ну тут был чувак знакомый. О, ладушки. Приколюшки. Всякие интересные. Интересные, да?
С этой стороны надо пособирать. Тык-тык-тык-тык-тык. И с той стороны пособирать. Тык. Наша удача не может быть вечной. А никто не говорит, что наша удача будет вечной. Кто тебе такое сказал? Я такое не говорил. Все. Печаль. Черт, а? Чувак, я тебя не трогаю. По крайней мере, пока. Подожди. Отлично. Ну? Ты ломаться будешь? О, ну к арбалету хоть теперь приличника патронов добавилось. А, еще перезарядиться надо. Ага. Ага. И гранат, походу, полный, да? Ну, лады. Раз у нас все полное, значит, валим всем надирать задницы. Так. Что это за звук был? Однозначно был какой-то веселый звук. А что за веселый звук? Что это за звук? Что это было? Блять! В смысле? Оу. Ты гребаный, мать твою, снайпер. Блять, валим. Да блять, ну какого хрена, алло? Чё это за нахуй? Что это за... Синдром. Непонятно. Синдром кого? Это пиздец какой-то. Ой, блин. Так. А как нам теперь это место пройти? Блин. Он один был? Или нет? Лучше бы он был один. Ага. Так, лады. Хоп. Ну что там, что-то было? А-а-а. Надо было... По этой балке. Стоп, это у него подствольник или нет? Блин, теперь из-за подствольника подниматься наверх по новой. Такой вариант возможен? Я надеюсь. Или невозможен? А нет, возможно. Так. Ну, грубо говоря, мы себе подсольнички вернули. От слова грубо говоря. Так. Стопэшечки. А можно самолетик этот долбануть? Нет? Где он? Так, отлично. Отлично. Ну. Это что? Это что за текстуры погнали? Ради текстур это все погналось. О. Они так орут. Как будто им пожрать не дали. У них и даже патронов, сука, нету. Воу! Я надеюсь. О! Быстрей!
Иди сюда! Тебя сейчас нафиг этот убьет, давай. Плохой предчувствие. Чувак, давай быстрей. Давай! Ну же! Я в тебя верю, давай, погнали. Так, подожди-ка. Твою же мать. А, давай. Так, я надеюсь, на этом все. Ага, двоих тут уже шваркнули. Ну, зато загрузка была. Воу, это что за... Да ёб твою! Да блин! Чё за тупая... Чё за тупая физика? Да ё-моё! Охренеть просто! Умри, Вартигонт, или как там тебя звали. Так, подожди, наверх прыгнуть? Оу. А дальше? Это войнушка. Ну и вам тоже. Куда это там, кто? Кто с кем, когда? Зачем и почему? А-а-а. Это эти? Жучки-паучки? Сука. А где третий или какой там был по счету? Блять! Они все там сдохли, нет? Я надеюсь. Ладненько. Движушки там пошли. Так, нам пока можно в этот конфликт не вступать, да? По смыслу, зачем? Почему? О. Типа нафига? Так, стоп, подожди. А... Ну да, тут даже пожёстче, кстати.
Серьезно? Он куда-то побежал? Сука! Ты умное создание, блядь! Я на тебя сколько патронов увел. Мне не хочется даже на этого говнюка, блядь, патроны тратить. Он меня бесит, блядь. Серьезно. Так, на этого можно, окей. О, в этот раз как-то более поприятнее, что ли. Ты что, военный побежал? А куда он побежал, зачем? А видно, не судьба, видно, не судьба. Убежал ты вновь. Убежал ты вновь. Так, подожди. Воу. Какого хрена? Как ты оказался... А, ну... Да. Как там на как... Твою мать. Подожди-ка. Пока. Приятно было с тобой. Временно. И секундно познакомиться, чувак. Но ты не входил в наши планы. Так, подожди. Твою мать. Вот. Твою мать! В смысле? Закрой нахер. Так, подожди, а у них были что-нибудь за патроны, нет? Или они тоже были лошарами? Походу, да. Вот так, надеешься на людей. На людей надеешься, а в итоге. Ну, короче, вы поняли. Эти военные не оправдали моих ожиданий. Они плохие военные. Так, подожди. Ну, открылась. Так, подожди. Гениально. И... А, показалось, что ли? Слышь ты! Рэмбо. Отойди. Привет. Да, мы можем прожить дольше, если будем работать вместе. Погнали, чё? Дольше он проживать намерен. Алло, погнали. Да, один из этих ребят мог бы развратиться и похлеще. Ты валишь или не валишь? Погнали уже. Твою мать. Братуха. Тут это. Нам дойти надо, слышь? Алло. Братуха. Братуха. Давай сюда быстрей. Так. Твою мать. Так.
Ух ты мать, это сейчас от этого говнесоса убегать. Блять. Сейчас, ребятушки, секунду. Секунду. Это, короче, сейчас будет очень интересный момент. Так, подожди-ка. Хопа. О-о-о. Ай. Я упал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Эй, Гудер, ты меня слышишь? Мы оставляем базу. Забудьте о времени. Если у вас есть цели для бомбового удара, отметьте их на тактической карте. Если нет, рвите когти. Повторяю, мы оставляем базу и вызываем авиаудар. Дайте нам цели и сматывайтесь отсюда. Сейчас, ребятушки, секунду, я отойду и подойду. Так, ребятушки, я вернулся. Тут движуха, короче, наметилась, да? Так, а как нам сейчас... Так. Сначала нам нужно ударить, поэтому... Твою мать! Ух ты, блядь, он что-то тут здоровый. Нифига себе. Что-то они прям тут его здорово. В смысле, а как он только увеличился? Это бред какой-то. Что-то. Ну что, пока, наверное? Ой. Твою мать! Ну что эта сучка увеличилась-то? Что-то какой-то пиздец. Он что-то прям какой-то здоровый. Это твою мать. Давай, поднимайся, блядь. Воу. Твою же мать. Так, подожди, а подняться таким образом нельзя? В смысле, а чё он такой здоровый, алё? Чё-то такого раньше не было. Ой, блядь. Ну, так, ебическая сила, давай, как эта хуйня работает? Да ёб твою мать! Да блядь! Воу, тут физика какая-то хуйня. Хуйня, вот честно. И чё? Да блядь, в смысле? Да ёбаный в рот. Чё она тут тупо как-то работает, это хуйня.
Да в смысле? Ему чё, вообще похуй? Да в смысле? Это нереально практически. Чё за дичь? Ёб твою мать. Воу. Блядь! Чё за дичь? Вот реально, чё за дичь происходит? Короче, нужно просто разрушить вышку нафиг. И все. Так, вышку мы разрушили, да? Ага. Что-то он слишком здоровый. Какого нахуй хуя? Подожди-ка. Блин, в оригинале это реально проще было, отвечаю. Именно в оригинале. А тут какая-то дичь, вот честно. Валим. Тут надо до одного места дойти и все. Чисто дойти. Валим, 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 лям, да, лям, да. Так, а куда валить-то? Куда валить-то, блядь? В смысле? А куда? Стоп. Подожди, а почему я не... Я не успел? Оу. В смысле, блядь? А какого хера? Почему не успел? Подожди, это что получается? Надо быстро по камням? Или чё? Подожди, а... Блядь, это почти нереально, отвечаю. А чё за нахуй? А ну-ка, подожди, а если мы загрузимся... Подожди, в смысле, блядь? А, вот, кстати. Подожди. Отходим назад. Повторяю, забудьте о нем. Если останетесь, у нас тоже быть почти. Так, забудьте о времени, да? Ну, короче, ребят, давайте на этом месте закончим. Вот. Так что всем спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили, ребятушки. Всем до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Я бы хотел пережить это, не оставшись инвалидом.